Здравствуйте. Привет. Вот сейчас я вам хочу рассказать, что это такое за краб и какое у него поведение. Этот краб чаще всего встречается в мидии, хотя он встречается и так редко. А этот краб очень интересный, перепутал мидию с гребешком и залез в гребешок вместо мидии. Когда наш папа нашел этот гребешок, то он из него такой вылез. Папа позвал меня, я его взял и посадил вот в этот аквариум. Тут еще звездочка на мидии была, такая вот маленькая, розовенькая. Теперь про поведение этого краба. Ну, оно очень странное. Хоть он всю жизнь провел в гребешке или там в мидии, ему суждено мало двигаться, но когда его так трогал, он такой шустренький. Когда ему подставил палец, то узнал, что он не хиляк. И вот еще очень интересное и забавное приспособление. Сынок, его никому не видно, ты загородил его рукой. Ну, что еще особенного у этого краба? У него очень длинные усы. И хвостик откидывается, когда его переворачивает. Он этот хвост использует, чтобы перевернуться обратно. Вот так. Ну, если он в воде, конечно. И теперь самое главное. Я его неправильно называл. Папа сказал, что это не краб, а рак. У крабов не бывает таких длинных усов и хвостика откидного. Так что это такой вот очень странный морской рак. Ну, еще страшную историю всех зеленых раков. Мы больше их не будем ловить. Они переболели какой-то чумой дурацкой. Ну, съел дохлую курицу рак, а она чумой какой-то заряжена, например. И вот так пошел у них эта болезнь и истребила всех раков. Пока, на этом все.